спортивные очки Areca, модель WG565. Футляр довольно-таки жесткий, хороший, но единственное, что занимает довольно-таки много места. Открываем поролончик тут, значит, на шею вешать с такой вот регулировкой. Очки можно тут. Так, микрофибра довольно-таки большая. Очки в футляре. В чехле, извините. Ну и футляр тоже. Вот такие тачки. Стекла темные. И с отблеском синего. Желтая. И как будто ближе к прозрачным, но тоже с напылением. Я пробовал снимать их. Так вот. Снимается первоначально довольно-таки тяжело, но начинается вот так. Отсюда, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И отсюда. Так. И приближаемся к месту переносицы. Потом выдавливаем. Надо чем-то поддеть. Отсюда выдавливается и вставляется потом вот так вот на место. Прорезиненные вот эти вот места, чтобы не спадало мягко. Это не резина, это пластик. И вот довольно-таки хорошие очки.